Сегодня у нас 10 июля 2018 года. Я вот в моем эллинге завтракаю. Сейчас у нас 13 часов 54 минуты. Я загружаю мое видео на мою страницу Facebook Татьяна Л. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Вот, видео, которое я только что сняла в моем эллинге. Вот, сняла себя в моем эллинге. И загружаю на мою страницу. На мою страницу Фейсбука, по которой вы меня смотрите. Так, я уже приготовила себе завтрак. Сейчас буду кушать, видео загружается. Ну, в общем, что? В общем, работаю, да, над моей страницей. В общем, моя страница Фейсбука. А что-нибудь интересненькое, в общем, как говорится, заснять, снять. А так, в принципе, такой у меня лайф-журнал. Ну, там, посмотрите. А там раньше все там. В такое-то время я там встала, приняла душ. Ну, правда, не всегда я там писала, ну, в общем, вот так вот. В такое-то время я там вот в окно посмотрела, там кто-то вот там вот прошел. Ну, в общем, вот такие вот дела. Как говорится, меньше концентрируюсь на том, что там, больше концентрируюсь теперь над тем, что здесь у меня внутри. Поэтому, как говорится, уж там как посмотрю, что там происходит, и даже уже, как говорится, прошли и ладно. Вот так. В общем, о себе. У меня вот огромное количество и чеков, документов, чего. Мы даже с ламоды можем начать. Вот ламода, гарантийный талон. Ой, даже такую штучку мне тут дали. Я не понимаю, сегодня не выкинула. Какой-то тут карантинный талон, эту штучку. Обратите внимание, номер 7. Ой, ремонт. Я обычно это все выкидываю. Карантинный талон мне дали. Фурнитура в подарок. Это я делала заказ. Здесь уже я дали. Ой, выкинуть надо. 007, ремонт 007. Чего-то тут в подарок. Это совершенно не вот это. А так я вообще вот что вам хотела показать. Вот это вот огромное количество. Вот. Все посылала в милицию. Вот. В милицию. Мой почтовый, корреспонденцию, в принципе, я получаю до востребования. Вот Санкт-Петербургский проспект, дом 15, город Петергоф, Санкт-Петербург, 198-510 индекс. Вот. И писала огромное количество документов. В общем, документов. Ну что? Я, например, писала... Просила, так скажем, чтобы мне разрешили перезахоронить мою бабушку Щеклову Антонину Мартьяновну. Написала президенту. Вот у меня документ, что мне разрешили перезахоронить. Вот он. Сейчас я вам скажу даже. Документ 06-569-770-17-2. -1 от 27.09.2017 правительство Санкт-Петербурга, комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Это тот же самый комитет, который хотел со мной встретиться на Северном кладбище, чтобы я показала могилу Александрова Юрия Анатольевича. Я, честно говоря, их любопытство не совсем поняла, этого комитета. Мне позвонила женщина и сказала: в общем, комитет с вами хочет встретиться на кладбище, покажите ему могилу. Хотя там у меня все номера, то есть, в общем, это очень странно. Это очень странно все звучало. В общем, это очень странно, что же у меня так вот. Так что вот. Огромное количество документов выкину я. В общем, наслали бумажек, толку никакого. В общем, вот так. Что тут еще? Ламода. Ламода, это совсем недавно, я делала заказ по номерам, сейчас посмотрим по номерам, что тут у нас по номерам.
платье фиолетовое, платье розовое, платье, платье, в общем, платье по номерам 599-695. В общем, заплатила я по этому заказу в Ламоде моей банковской картой. Вот, еще по интернету. ООО Купишус, Москва, Литниковская, дом 10, строение 5. В общем, вот так вот. Купишус. А здесь у нас в Санкт-Петербурге. В общем, короче, 05.07.18 в 17.51. Вот чек. Полянник Андрей Сергеевич. Значит, кассовый чек, ННН. Смена по чеку 24, номер смена, номер чека за смену 24, номер смены 250. А в общем электронная на 2419 рублей, значит, платье 539 рублей, другое платье Модис 625 рублей, это я у них приобрела, третье платье за 600 тоже 25, и еще одно 630 рублей. Вот 2419 рублей. Вот имейте в виду. В общем, это выкину эти бумажки. Все лежит, потому что огромное количество там достану. У меня эти из Ламоды. Огромное количество из Ламоды вот этих вот документов. То, что я эти вещи покупала за свои деньги. За свои наличные деньги. В общем, купила я это в Ламоде. Все купила за мои личные наличные деньги. Вот, вот эта штука, что тут у меня, гарантийный талон, единый центр услуг, тоже выкидываю в помойку. В общем, разбираюсь я в моем мейлинге. Так что вот, а так вы им звоните, знаете, 007, вы им звоните. Вот такие вот дела. А какое количество уведомлений у меня из полиции? То, что они приняли мое заявление к рассмотрению, я вам покажу. Заслали мне огромное количество вот этих вот бумажек, что они приняли к рассмотрению. Но самое интересное... А, нет. Один ответ был, что они отказали. Отказали вот здесь вот. Я по кооперативу Марина писала. Ответ был. А так там ни ответа, ни привета. Только принято к рассмотрению, и все. А посылала я вам больше года назад. Где-то в мае прошлого года. Ну там, в мае, в июне. Вот. Так что все эти бумажки, конечно, выкинуть надо. Они лучше бы писали уже ответы. Чтобы они предприняли уже меры по рассмотрению и, в частности, нашли мои деньги. Вот. Вот такие вот дела. Сейчас себя крупно засниму.